Канонира, да. И... Бау! Нифига, что? 94-й? Всем здорово, бандиты, с вами Осиш, и вот вышло наше новое событие Потом, и мы с вами изучим его по-быстренькому, расскажу что да как, где что получить, где что обхитрить, также сделаем парочку обменов и увидим, какие крутые игроки нам выпали. Только проснулся, поэтому лицо у меня просто убито, так что, ребят, окей, let's go. Кстати, автор самого лучшего прикольного комментария получит соточку себе на карту, это итоги будут в моем телеграм-канале, так что напиши прикольный комментарий, переходи в телегу, там увидишь, победил ты или нет. Переходим в наше новое событие, национальная доблесть. Вот, нас приветствует Винисио Джуниор, который нам говорит, что мы будем... В принципе, да, такая же круговая система. Она, в принципе, ничем не отличается, если приглядеться. Видно, что да, вот получая всякие, проходя задания, ты получаешь все то же самое. Причем 75-й игрок, не так много вообще. Его буквально... А, то есть мы получили еще игроков, и еще получили 10 кристалликов. Смотрим команды. Команда Эндо у нас, ЦПшник, 91-й тут. Тут, я думаю, тоже какие-то обмены, да? То есть, если мы хотим попробовать взять себе дорогого игрока, то мы должны сделать обмен. То есть, тоже добавляем игроков национальной сборной, еще 100 очков. И тогда у нас будет шанс получить, например, Накату. Ну, или Салаха. Мане можно получить. Ну, я думаю, попробуем хотя бы один такой обменчик сделать. Смотрим дальше, что у нас идет по событию. Листаем дальше, 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 дальше. Мы можем, конечно же, покупать эти очки, в принципе. Это, кстати, не так дорого. Сейчас 40 набьем, мы попробуем открыть. Но, видишь, непродаваемые игроки, к сожалению. Вот, но я думаю, мы пытаемся что-то сделать. Состав из лиги можно сделать, состав из страны. Блин, прикольные обменчики. Но, кстати, мы даже сейчас можем, в принципе, и что-то дособрать. Не, не хочу Хавьера Маскерана отдавать. Смотрим галерею. Я думаю, у нас будут показаны игроки, которые нам даются на этом событии, верно? И мы можем получить бесплатного игрока. И давайте посмотрим, кто... Ну ладно, бородатый какой-то чел. Но, к сожалению, это нам особо радости не дает. Так, смотрим, что еще у нас тут. Что? Конечно же, мультиабонемент, который мы можем получить. Это как раз-таки сделано, видимо, по этому событию, верно? Да, все. То есть, купив Prime, ты можешь получить себе Кейна 92-го. Также можешь вот этого Райана получить. Ну, Дудека в парочку, Хавьера Маскерана и еще пакетик с игроком от 82 до 89. Ну, в принципе, да, они сейчас теперь стараются, заметил, на каждое событие сделать продаваемую какую-то хрень, чтобы монетизировать это себе в бабке. Давайте по-быстренькому пройдем события, я к вам вернусь, и мы сейчас сделаем один обмен и посмотрим, что нам выпало. Какую красоту заряжает Криштиану Роналду. Душа Вейру Сантуш Каналу. Да, забиваем гол. Кстати, еще есть одно но. Из-за того, что во всех обменах требуются игроки с рейтингом 85 минимум, из-за этого цена на всех просто дико подскочила. Давайте просто зайдем на рынок и с вами увидим, что самые минимальные игроки просто ну, от 84 до 84 стоят... Ну, там уже спрос просто на очереди как за айфонами. Ну реально, ребятки, посмотрите. Просто, ну вот. Даже вот самый первый игрок просто 6 очередь. Тут очередь еще 15. Тут просто тоже... Тут просто, смотрите, везде очередь, везде хотят их купить. Просто, ну, это даже сейчас нереально почти купить игрока 84-го, потому что как раз во всех новых событиях они используются. Все люди там из Южной и Северной Америки уже проснулись давно и уже забронировали, поставили очереди на всех игроков абсолютно. Вы скажете, ну так возьми игрока 85, ну давайте перейдем на 85-го. И тоже там увидите очередь, даже на игроков за миллион там есть очереди, понимаете? Просто это, ну, что-то, ну, нечто какое-то. Вы скажете, возьми 87-х даже, перескочим 86-х. А тут и на 87-х очереди стоят, понимаете, в чем главный прикол? Ладно, это игрок Потом открылся, но все равно, допустим, любой другой игрок тоже на них очереди, понимаете? На всех очереди, это жесть. Просто потому что все хотят. Давайте сделаем с вами пару обменчиков. Делаем один с вами обменчик как раз на игрока, чтобы получить достаточно хорошего. Вот сюда закидываем. Максимум, давайте посмотрим, кого мы можем получить. Мы с вами можем получить Накату 94-го, Несту, Делглиша, Джерарда. И надеюсь, мы получим с вами Салаха. Ну, вообще, надеюсь, кого-то 94-го, это сам максимальный игрок. Поэтому мы, надеюсь, кого-то с вами сейчас из обмена получим, сделаем пару обменчиков. Первый обмен пошел. И кто это? Кто это? Португалия. ЛВшник. Ну, не душа Вейру Сантуш Криштиану Роналду. Нет, ну, 89-й, нормально. Я уже поверил. Делаем еще один обменчик. Не показывал вам, я просто закинул 85 игроков плюс. Мы можем выловить. Надеюсь, сейчас выпадет самый крутой игрок.
Это кумиры. Шотландия. СФДшник. Их кумиры, да. И... Дэнглиш! Нифига, что? 94-й? Это же 20 миллионов монет. Я еще кричать не могу, у меня с голосом сейчас проблемы. Я же даже фифу вырубил. Нифига, 20 миллионов монет. Это самый максимальный игрок, которого мы можем выловить из обмена. 94-й, он нам выпал, понимаете? Это ЦФДшник, который как раз нужен наш состав. Давайте его сейчас кинем быстренько в составчик и посмотрим, насколько сильно... Блин, давай FIFA не будем выпендриваться с этими столетними запусками. Вас тоже раздражает? Кстати, лайк, если вас раздражает, что FIFA запускается иногда очень долго. Иногда очень быстро, иногда, когда тебе надо, она может 2 года запускаться. Так, давайте. Давайте поставим... Поставим его в наш состав, меняем Депая на Делглиша. Конечно, он чуть лучше по характеристикам, но он не вкачан, потому что вообще никак. И у нас состав... 94, ребятки! За счет этого игрока у нас резко состав стал 94 рейтингом. А еще мы можем взять, сделать... Подождите, сколько он стоит, чтобы сейчас его продать? А, он непродаваемый. Просто я хочу взять и сделать вот такую вот вещь. Вы скажете, Сереж, да ты что, дурак? А, нет, мы не сделаем такую вещь, поэтому вы так не скажете. Я хотел взять и вкачать его еще Хавьера Маскерана на 1 пункт выше. Вот, 94 у нас теперь состав. Еще, кстати, ребятки, нужна от вас помощь. Мне на днях, я офигел, но выпал душ Авейру Сантуш Криштиану Роналду. И мне нужна ваша помощь, чтобы вы мне подсказали, что с ним сделать. Потому что какой контент с ним можно прикольно сделать, чтобы я его не просто продал. Потому что я заметил, оказывается, он мне выпал событие выходного турнира. Он мне выпал, я его даже не заметил, видимо, из-за того, что у него рейтинг 86, он никак не обозначался нам. Стоит он сейчас, понизился, 12, стоил 15 миллионов. И вот как мне распорядиться, турнир какой-нибудь организовать, события. Они не продаются, я не знаю, зачем это сделано. Чтобы на рынок не вышли топовые крутые игроки, которые не продаются, я вот этого не понимаю. То есть нам может еще выпасть... Да, они непродаваемые. В этом минус турнира. Ты не можешь заработать или зафармить бабок для аккаунта. Ты, да, ты добавишь себе крутого игрока в состав. Ну, а дальше-то что? Дальше-то что? Ну вот, 86. Реально, да. Вот у нас две попытки будут получить крутого игрока. Ну, нам нужны игроки национальной сборной. Нам нужны еще 100 этих самоцветов. Это вообще минус. Минус события, понимаете? Да, мы сейчас соберем состав из лиги. Давайте вот тут. Кого мы можем? 82-94, еще 10 бронзовых получим. Но это все не продается, это не круто. Ну ладно, пофиг. Была не была. Отдаем очень дорогих игроков. Просто бешеные деньги. На этот обменчик уходят бешеные деньги. Открываем с вами. Все. 1,5 миллиона монет улетело. Ничего не получили. Замечательное событие. Какое крутое. Как же нам круто. А, вот, за 40 мы можем. Ну, давайте с вами откроем один наборчик. Может, нам сейчас с вами еще выпадет тот крутой. И что это? Это кумир? Кумир. Драгба. Ну, это... Нет, Драгба не цопником был вроде. Туре. Я Туре. Ну, ладно. А одно еще открытие наборчика. Нам с вами выпадает. Смотрим. Смотрим. Игрок Зимних Джокеров. Итальянец. Нападающий. Наполи. Что это за клуб? И мобили, реально, все, и все. И сейчас открываем еще один набор. Кумир Англии. ЛПшник. Да, мастеры. Серьезно. Блин, что такое говно падает? Так, еще с вами, кстати, ребят, пройдемся по квесту. Квесты достаточно прикольные. Чтобы получить очень кучу всяких очков национальной сборной, ну, вот этой сборной, мы должны повысить рейтинг игроку, сыграть просто 40 матчей, отдать 20 голевых пасов, 20 отборов. Это все несложно. Просто на это нужно время. Для вас мне нужно выпускать видео, так что, если что, если кто-то мне еще крутой выпадет, и увидите шорцы. Так что, ребятки, мы увидели, что нам выпал очень крутой игрок с вами. Состав сейчас у нас 94. Так, программу отключим. Станем Сон Хон Мин обратно в нападение. Состав у нас с вами рейтингом 94. Так что, ребятки, с вас лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, что делать с Криштиану Роналду. Всех обнял, поднял, до новых видео.